От, пане Анатолію, от як ви вважаєте, якщо ми подивимося так от, на цю ситуацію, як гравці в шахи? Ну, тобто, що буде, якщо цей закон приймуть, і що буде далі? Ми ж розуміємо, що через 5-10 років українців, як власників землі, не залишиться і будуть закордонні агрохолдинги, тому що в них є гроші і жодних немає перепон, чому так не може статися, тому що ну, об'єктивно цей закон дуже легко обійти через різні схеми. І в нашому законі там об'єктивно прописано саме право власності. А право власності – це вже міжнародне право. І ми розуміємо, що коли українці будуть дивитися на цю ситуацію, буде народний протест. І вже буде, якщо і прийде тоді нормальний президент, який буде відстоювати саме інтереси більшості громадян України на той час, буде, скоріше, якимось чином повертати цю землю у закордонних агрохолдингів. І тут Україна стикнеться з дивною ситуацією, коли агрохолдинги просто скажуть, вибачайте, право власності є, якщо ви його порушуєте, ми вводимо санкції щодо вашої країни. А якщо ще гірше, мабуть, ще буде іноземна інтервенція військова. І таким чином це фактично такий фундамент під майбутню війну з Заходом. Правильно розумію? Перше, наверное, ви правильно совершенно излагаєте, що в случае, если мы, допустим, на своей территории, так сказать, иностранная компания, которая, или физические лица иностранные, которые будут скупать нашу землю, а именно это, и эту задачу ставят перед собой, так сказать, люди, владельцы мировых денег, я бы их так назвал, да, то есть именно те, кто управляет через Международный валютный фонд, Мировой банк и другие структуры международные, да, и банковские, и другие, так сказать, у нас их называют структурами Сороса там, и других представителей такого, знаете, спекулятивного капитала, вот, грантовые так называемые организации. Но на самом деле это не то, что грантовые, это, по сути дела, подразделение спецслужб, которая выполняет совершенно четкие задачи, которые ставят владельцы денег мировых. Да? И поэтому, конечно, тут стоит задача четкая, и, знаете, она совершенно четко прослеживается в самом том законопроекте, который подан сейчас ко второму чтению, где очень неточно отражаются моменты, как говорится, ограничений на право владения максимальными объемами земли. Вот, в частности, прописано хотя бы ограничение 10 тысяч гектар, хотя и это очень большое количество, потому что мировая практика, кстати, европейская, это не более 500 гектаров в одни руки. 500. Да. 500 гектаров в одни руки, а тут 10 тысяч. А 10 тысяч – это, по сути дела, одна территориальная громада. И представьте себе, приходит человек, который будет управлять вашей территориальной громадой, и как монополист он будет управлять не тот человек, которого вы изберете главу территориальной громады, а реально же управляет кто? Тот, у кого деньги, понимаете, да? Uh-huh. И не факт, что это будет человек с какими-то социально ориентированными, такими нормальными, да, на желание помочь обществу, помочь этой громаде и так далее. Скорее всего, придет какой-нибудь отморозок, который будет просто заниматься уничтожением этой громады. И, в принципе, в случае продажи земли, я даже не сомневаюсь в том, что будет идти и дальше уничтожение украинского села. Оно уже началось, понимаете, при Порошенко. А сейчас это будет окончательное уничтожение села со всей его инфраструктурой. Поэтому, что я хочу сказать. Смотрите, ведь даже сейчас в законе, этом, в который подан на второе чтение, они официально предусмотрели, что банки имеют право скупать в качестве погашения, там, скажем, каких-то долговых обязательств землю в неограниченных количествах. То есть там нет ограничений 10 тысяч гектар. Они могут собирать тысячи, сотни тысяч, миллион гектар.
Никаких ограничений нет. Да, написано, что они как бы должны там в какой-то срок, там, в течение года или там даже более продать как бы эту землю по рыночным ценам и так далее. Но нигде не прописано, кому продать, как продать, какой будет процедура продажи и так далее. Понимаете? То есть в целом очень много, если сказать с точки зрения юридической, очень много таких очень слабых мест, которые можно использовать для того, чтобы земля постепенно из собственности украинских даже физлиц, а, собственно говоря, тут уже разрешается даже участие и иностранных банков в этой программе. То есть земля из собственности украинских лиц физ и юридических переходит в собственность иностранных лиц. Mm-hmm. Вот так. А когда это произойдет, вы правильно говорите, надо смотреть на опыт других стран. Вы посмотрите, даже отсталые страны, такие как Мадагаскар, Индонезия, Исландия, не отсталая страна, в свое время допустила ошибку, так они ошибку допустили только в размере не более 1 миллиона гектар. Ну, там 1,3 миллиона гектар продали. Они сейчас все делают для того, чтобы вернуть эти земли. Они поняли, что это привело к тяжелейшим для них экологическим, социальным и экономическим последствиям. Разрушение экономики этих государств, уничтожение экологии и так далее. Так они это сейчас поняли, и они пытаются от этого вернуться обратно. А у нас предлагают продать ни много ни мало, а все 47,2 миллиона гектар земли, всей орной земли, которая есть на Украине. Подобного прецедента в мировой практике вообще нет. Это полный абсурд.